Я снова тут. Надеюсь, не будет виснуть. Я просто 4 раза перезаписывала видео. Ну вот, объясняю проблему. Я захотела уменьшить яркость в ноутбуке. Нажала чуть-чуть. Вообще, мне нужно было ее увеличить, но она не увеличилась. Поэтому я попробовала уменьшить. Логично, правда? И он просто... Экран... Все. Не хана, смотрите, смотрите прикол. Вот если вытащить батарею, сейчас вам покажу. Сейчас. Вот обратно. Короче, смотрите. Вот я включаю. Вот он сейчас загорится, то есть все работает. Вот, видите? Но вот после этого экран тухнет и все. Нет, 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 смотрите, он сейчас потухнет. Секунду. Может кто... Вот. Может кто знает, что делать в этой ситуации? Вообще, я расстроена. Мне нужно монтировать видео, и у меня вот такое. Здравствуйте просто. Блин, опять в ремонт? Ну что за издевательство просто? Фэн, кнопка... А какая кнопка увеличения яркости? Можно... Кнопка увеличения... А, секунду. Господи, спасибо! 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 Господи, все заработало. Спасибо. Все, все хорошо, хорошо, живем. Отлично, спасибо. Но все равно темный экран, ну ладно, значит, не буду трогать, пускай так, хорошо. Я смирюсь с тем, что он такой. Фух, господи, что бы я без вас делала просто. Благодарю, правда, огромное спасибо. А больше не повышается, то есть он темненький достаточно, меня вообще это выбешивает. Это еще не все, мне сейчас предстоит разбираться с новой программой. Вообще пипец. Все, уже ничего не случилось, ну как бы с экраном разобрались. Сейчас буду пробовать программу в премьере. Короче, я просто заказала аутро крутое для видео, вот. И нет, я просто снимала видео, я очень устала, я очень злая, я очень расстроена, и все вместе. Ох, господи. У нас времени 1:00. Час ночи. Ох, ох, ох. Да блин, мне сейчас не до сна, мне нужно монтировать видео, хоть наполовину, и разобраться с программой. Я не смогу спокойно лечь спать, пока не разберусь. Мне 18. Но в компьютерах я не разбираюсь, так что ничего мне не говорите. Я знаю, что я в компьютерах вообще полный ноль, даже минус ноль. Блин, как бы мне вас поставить... Сейчас. Короче, давайте я чуть-чуть с программой посижу. И если у меня останутся силы, я зайду, ладненько. Котятки, сейчас покажу. Скажи привет. Не хочешь? Да, каждый день. Волосы... Нет, я не блондинка. Это осветленные мои. Мне Света подкрасила, кстати. Нормально вышло. Риана? Я не знаю, где она. Она не там, случайно? Риана? Нет. Ну, значит, она не в этой комнате. Я с Москвы. Ладно, ребят, давайте я разберусь. И, как уже говорила, если останутся силы, я зайду буквально чуть-чуть. И поболтаем уже нормально, без нервов. Потому что меня, правда, уже все раздражает. Вот. Хорошо, вы подождете меня? Я постараюсь быстренько. Не получится, я забью, оставлю на завтра. Лучше я действительно поболтаю с вами, высплюсь и с новыми силами буду бороться завтра. Хорошо? Все, давайте.
Вы мне пообещали. Пока. Я скоро зайду, пока.